Современные компьютерные и телекоммуникационные технологии позволяют достигать невиданной ранее надежности IT-систем, в том числе за счет их географического положения. Дата-центр Яндекса, расположенный в Финляндии, входит в распределенную сеть современных дата-центров компании. Эта сеть гарантирует работоспособность сервисов Яндекса в режиме 24/7, делает их доступными и быстрыми для 100 миллионов пользователей из России, Турции, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран. В августе 2013 года Яндекс приобрел участок земли площадью 8 гектаров в 60 километрах от Хельсинки, чтобы построить там свой 11-й по счету дата-центр. Дата-центры – основа IT-инфраструктуры. Это огромные помещения, где размещены мощные сервера, связанные высокоскоростными сетями. По конструкции и внешнему виду они похожи на большие заводы, которые ежесекундно перерабатывают петабайты информации. Площадь нашего дата-центра невелика, около 3400 квадратных метров, но плотность серверов в нем очень высокая. Дата-центр в Мянселе в этом смысле один из самых выдающихся, что я когда-либо видел. Проект в Мянселе – это первый дата-центр Яндекса, созданный в концепции Greenfield, то есть построенный с нуля в чистом поле. Немногие компании в мире реализуют такие проекты. Чаще всего для дата-центров приспосабливают уже готовые здания, например, заводов, которые утратили актуальность. В Финляндии, например, для дата-центров используются здания бывших бумажных фабрик. Главные факторы, влияющие на бесперебойную работу дата-центра, это доступность энергии и качественное охлаждение. Наш дата-центр подключен к двум независимым магистральным источникам энергии, по 110 кВт каждый. У нас также есть комплекс дизель-генераторов. Все это делает дата-центр очень устойчивым, надежным и бесперебойным. К достоинствам Финляндии относятся стабильная высоковольтная электрическая сеть, разработанная специально для целлюлозно-бумажной промышленности. Дата-центр Яндекса строится в 4 этапа, каждый рассчитан на 10 мегаватт потребления, то есть после полного завершения дата-центру требуется столько же энергии, сколько и небольшому городу. Эффективность использования энергии в нашем дата-центре PUE составляет около 1,1 пунктов. То есть на передачу энергии на обеспечение вспомогательного оборудования тратится не более 10% от всей потребленной энергии, а остальная питает только сервера. Это делает дата-центр одним из лучших в мире по энергоэффективности. Команда инженеров Яндекса старается обеспечить оптимальное соотношение энергоэффективности и надежности. При этом перед ней стоит задача сохранить высокие темпы ввода в эксплуатацию новых блоков дата-центра и в то же время обеспечить невысокую стоимость строительства в целом. Даже учитывая надежное подключение дата-центра к магистральным линиям электропередачи, обеспечить надежность таких мощных потребителей энергии, как дата-центры, невозможно без резервных источников. На финской площадке работает система из 7 динамических источников бесперебойного питания. В качестве накопителя энергии здесь используются вращающиеся маховики. Они способны обеспечить сервера энергии в течение 13 секунд. Этого времени достаточно, чтобы включились дизель-генераторы, которые смогут вырабатывать энергию длительное время. При выборе места для строительства дата-центра учитывались несколько факторов, в том числе климатический. Среднегодовая температура позволяет эффективно охлаждать сервера без использования дополнительных систем охлаждения. Воздух для охлаждения серверов забирается с улицы. Оттуда он сначала попадает в камеру смешения и после очистки нагнетается вентиляторами в машинный зал. В дата-центре Мянселя использована система прямого фрикулинга, то есть сервера охлаждаются наружным воздухом, который специально не охлаждается. Сервера спроектированы так, чтобы выдерживать температуру в 35 градусов и выше. Из-за сложности проектирования подобные решения в своих дата-центрах внедряют всего несколько компаний в мире, в их числе Facebook, Amazon, Microsoft. Возможно, когда-нибудь Мянселе вообще может отказаться от газового отопления и полностью обеспечить потребности жителей в тепле и горячей воде за счет дата-центра. В
В жизни Туи Тарины, владелицы небольшого бизнеса на севере Европы, почти 6 месяцев в году длится зима. Туя живет в собственном доме среди елей и тишины в городе Мянселе. Ее дом отапливается интернетом. Точнее, теплом серверов Яндекса. Концепции Greenfield и передовые инженерные наработки позволили осуществить сложные в реализации проекты рекуперации тепла. Дата-центр передает тепло, выделяемое серверами, на нужды города. До 35% потребленной энергии Яндекс отдает обратно, нагревая воду для жителей Мянселя. Проект рекуперации реализован при поддержке местных властей совместно с энергетической компанией города. Реализовать такой проект можно далеко не во всех странах. Для этого нужна централизованная городская теплосеть. Тепло, передаваемое Яндексом, используется для подогрева около 1000 домов Мянселя, подключенных к муниципальной теплосети. По подсчетам городских властей, догревать воду до температуры, при которой ее уже можно отправлять в городскую систему теплоснабжения, оказалось дешевле, чем строить дополнительную газовую котельную для новых районов города. Использование тепла от серверов для начального нагрева воды на 5% снизило расходы жителей города на теплоэнергию. Не менее важно и то, что отказ от дополнительной котельной и экологичность решения рекуперации на 40% уменьшили объем выделяемого в атмосферу углекислого газа. Это очень важный показатель для экологии Мянселя, и его жители это очень ценят. Дом Туи Тарины – один из домов в Мянселе, куда поступает вода, нагретая теплом серверов. Для Финляндии с ее чистым воздухом и бережным отношением к природе важен и экологический смысл. При производстве тепла не происходит загрязнения атмосферы. Я знаю, что дата-центр Яндекса нагревает воду для города. Это удивительно. 5 или 7 лет назад я и представить себе не могла, что мой дом когда-нибудь будет отапливаться компьютерами, которые работают в нескольких километрах от меня, а из крана будет течь нагретая ими вода. По мере строительства новых блоков дата-центра будет увеличиваться и объем тепла, который передается городу. Одна из вещей, о которой жители Мянселя вспоминают, когда говорят о своем городе, это дата-центр Яндекса, размещенный здесь. Горожанам приятно осознавать, что компания выбрала для своего проекта именно Мянселя. Энергоэффективные технологии сегодня очень актуальны и востребованы. В марте 2015 года решение по рекуперации тепла было представлено на выставке «Сибит», и оно привлекло огромное внимание профессионалов. За этот проект Мянселе получила приз Best Heat Pump City in Europe. Прогресс не стоит на месте. Технологии, которые до Мянселя существовали только в проекте Яндекса, уже опробованы и усовершенствованы. Многие из них будут использованы в новом дата-центре Яндекса во Владимире, строительство которого началось в 2016 году.